На протяжении последнего десятилетия в нашем городе активно проводятся праздники Шежере. Благодаря этому мероприятию люди стали чаще обращаться к своим корням. Шежере проводится во всех образовательных учреждениях. В детском саду «Сказка» свои родословные представили две семьи – Галактионовы и Султангареевы. Семья Ирхана изучила 11 поколений своего рода. Мама мальчика рассказала о том, что знаменитому роду Султангареевых более 400 лет. Их предки – представители разных профессий и специальностей. Регина Султангареева говорит, что изучению родословной во многом способствовали проводимые в городе мероприятия Шежере Байрамы. Мне, конечно, приятно, что вот уже где-то на протяжении, наверное, 10 лет вот начали вот организовывать такие праздники Шежере Байрам. Раньше мы, конечно, не знали, мало кто знал такие предков своих, мало кто знал. Сейчас вот благодаря вот таким мероприятиям мы уже как бы сами изучаем свою фамилию, свой род. Гости услышали о творческих и героических людях этого рода. Интересную историю своей семьи поведали также Ирина Галактионова вместе с дочерью Кристиной. Праздник получился познавательным и веселым. Воспитанники рассказывали пословицы и поговорки о семье, дружбе, родине, пели песни, играли в народные игры. Айгуль Мухаметшина, Владимир Прищепа, новости.